начала мы были настоящими нубами в этой жестокой игре. Ну, в общем-то, так мы ими и остались. Всем привет! Вы на канале Фантомасик, и сегодня я решил попробовать новую рубрику на своем канале, где я буду делать большие и не очень большие, смешные и интересные нарезки по разным играм. Сегодня же вашему вниманию я представляю игру под названием Fortnite. Я думаю, нет смысла объяснять суть данной игры, а стоит просто насладиться этими моментами. Сядь просто в корзинку и не двигай ее, просто сядь. Нет. Сейчас ты взлетишь. Вот ты взлетел. Ты еще... Что с тобой? Это что ты? У меня просто уже нет слов описывать это все. Ой, слушай, реально за зону просто фух и улетела от нас. Я умираю, Фантом. Да ладно, слушай, а что делаю я, интересно? Сейчас воскрешать меня будешь. Ну, если ты до меня доползешь, тогда да, потому что я тоже в зону уже обратно идти не могу. Фантом, ползи, помоги. Ползи ко мне. А давай друг друга воскрешать. Мне кажется, это будет позорный проигрыш. Побежали! Она убегает, Риер! Зона убегает! Да что ты натворил? Ну все, нам суждено погибнуть. Да, сейчас ты упадешь, и я тебя воскрешу. Гениально же! Разработчики этого не продумали. Итак, мы будем по одному шажку двигаться, да? Тут, короче, когда зона закончит свое похождение, урон будет немного побольше. И вот это вызовет небольшое осложнение. Давай, делай дело. А, я не успею. А, да, она сильно дамажить начала. По 4 хп. Та-дам! Седьмое место за такое. Это реально было очень тупо. Зона, малек, за жопу цапает. Реально, если что, ты меня сможешь поднять? Угу. Окей, 12 хп. Я все ближе и ближе. Давай, 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 пожалуйста, пожалуйста, умоляю, умоляю. Два... Ну, блин, я прям перед самой зоной умер. Ну, за что меня так? Иди в зону. Я в зоне почти. Все, я в зоне. Да не! Да что это было вообще? Да что ты там сзади прешься? Да что ты толкаешься? О, липучечка! Вот это мое, это мое. Это мое, отдай! Дай мне золотой дробаш мой. Ага. О, тихо. Тихо, я еще тут. Я жив. Да что ты творишь? Пацаны, вытащите меня, у меня ресурсов нету. Стой, не вытаскивай, не вытаскивай. Да нет, вытащите меня. Скидывай, дробаш. Скидывай. Скидывать, говоришь, дробаш? Вот ты, если я скину дробаш, то ты меня честно клянешься. Я скидываю дробаш и... Окей. Эй, Кросс, он меня обманул, иди это, правосудие. Да пацаны, сейчас буря пойдет, а я не могу выбраться, алло. Да выпустите меня, он попросил скинуть дробаш, я скинул дробаш, и все. Че ты, ты корзинку сломал, она улетела. Давай. И че это было? Вот, все. Да ты, ладно, я постою тут, окей, вы тут. Такой довольно от зоны, зона скоро пойдет. Хорошо, пойдем. Она уже идет, побежали. Да, побежали. Ха! А, кстати, вон она идет, видишь? Если что, у меня даже аптечка была. Я мог подождать, пока ты уйдешь, чтобы сделать свое хитрое дело. Из-за тебя мы решили самого крутого дробаша в мире, понимаешь? Все, ни себе, ни людям, Фантом. Ух ты, нам повезло с зоной, Рир. Все, сидим тут, понятно? Иди обратно, ты обратно зашел, надеюсь? Так ты не в зоне. Пофиг, я тут посижу. Ты пока отбахай там хоромы. Но небольшие, малюсенькие хоромы, чтобы нас не заметили, главное. Блин, сейчас придется под зоной немного пройтись, ну да ладно. Мне 10 хп сняла зона. Вон там челы, видишь, они у них длиннее башни, чем наша. Рир, сделай нашу башню длиннее. Надо помериться нашими башнями. У кого башня длиннее? Привет, зона, как дела? Ты такая медленная. Смотри, Рир тащит, 4 человека осталось. Ой-ой-ой, зона, нет, не прогоняй меня с моего места. Зона, не надо. Зона, стой. Ну, зона, ну что ты творишь? Она не хочет останавливаться. Она идет. О, мой домик. Рир, я пошел в твою башню. Давай ее побольше сделаем. Мы сейчас бежать еще будем. Побежали. Ну блин, такой слабый, не могу гранату добросить. Опа! Начинается, начинается, я ломаю все там. Да защищай меня, я тут пью броню пока. Рир, нас двое, там один чел остался. Офигеть, это что сейчас было? Рир, капец. Все, я застроился, застроился немного. Стреляй по нему быстро, мы должны занять первое место. Ты понимаешь это? Ты защищайся, давай, за первое место. Быстро пошел сражаться. Забей на меня, иди, все. Ты должен выиграть эту игру. Давай, Рир, победи его. Покажи, кто тут крутой чел.
А, ну Рир, ну как это так? Так, нам идут. Вот прям сейчас придут уже рядышком. А, его тут нету. А, вон он стоял, господи! Как это было сейчас страшно, пипец. Да иди туда, он на лестнице стоит. Дубась, дубась, дубась его. Ладно, я его башкой своей попадаю. Ушел отсюда, шел, кому говорят. Нет, я тебя не воскрешу. Как бы ты этого не хотел. Опа, а это было нехорошо. Конец истории. Потом там мой сундук на крыше. А, твой говорил? Ну... Смотри, что у меня есть. Да. Тихо, смотри. Это смоук. Там идут. Смоук. Туда тоже смоук, да? Там челы. Там челы. Он там? Да. Смоук. А, боже мой, смоук жестокий слишком. А! Фантом, господи, что ты делаешь? Да я все за смоук. Смоук везде. А. Боже мой, я не вижу его. Ты дурак. Где чел? А, их двое было. Ну, блин, зря, наверное, смоуков накидал, да? Они там дерутся, пошли. Может, потом, когда они подерутся, это сделаем. Пошли. Окей. Остановись-то, Рир. Выбил ракетницу, фантом! Давай, забираем ракетницу, убегаем. А, у ноль патронов у ракетницы. Там челы идут, фантом. Где? У тебя ракета есть, посмотри. Ракеты? Нету. Пошли искать ракеты, я хочу покататься. Стой, фантом. Нашел ракеты, нашел. Стой, возьми, возьми. Тайминг. У нас есть две попытки. Я не знаю, как это делается. Стой, подойди ближе. Пару шагов. Пару шажков ближе. Давай на счет три. Раз, два, три. А, дубина, дубина. А, стрелять, стрелять. Вот, вот он, чел, чел, вот все плохо. Рер, быстро. Ну, фантом, нет, давай, давай, давай. Одного давай, убил. Давай, давай, второй, второй, второй. А, перезарядка, капец. Два хп, нет, два хп, давай, офигеть. Давай, давай. Вот кто тут тащер крутой, а? Стоял на позицию. Раз, два, три. Давай, смотри, вот так вот в прыжке, типа. Да что ты делаешь, что ты так далеко? Боже мой. Чем мы занимаемся? Сейчас я еще пойду ракет найду. Ого, я нашел ракеты, Рир. Я нашел. Пошли, у нас еще две попытки есть. Это, мне кажется, было немного тупо. Это похоже на битву инвалидов. Я заметил. Я! Да твою ж-то. Налево. Да помирай ты уже. Ловушка, 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 ловушка. Ее негде поставить. Закрываем, закрываем двери. Она все равно не ста... Ловушка тупая. Он сдохнет, фантом. Он пытается догнать бурю. Ну, у него ничего не получится, понимаешь? Он принимает свое поражение. Все. Суицид. Давай вот на это здание, куда я падаю. К сундучку, к сундучку. Тут сразу три чела упало. А, да я заметил. Капец, капец. Нарер, ты меня кинул, что ли? Да ты чё меня кинул? Я лечу только. А, ты летишь? Да чё ты так долго... Это было очень тупо. Я случайно. Нет, не ломай, не ломай, это сундук пропадет, сундук пропадет, да дубина не ломай. Если бы ты сейчас сломал, я бы тебя при. Ты дурак! Я же сказал не ломать! А я нашел сундук. Че там, там есть броня для меня? Для себя? Ага. Для тебя там ничего нету. Точно. Да. А если я сделаю так? Ё-моё, не делай так. А, Рир, нет, 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 Рир, дубина! Идем. Такой ржешь, ржешь, типа убежал и сам сдох. Ничего не знаю, все в порядке. Видишь, у меня на ногах 30 хп. Нахуй ты наверх строишь, там челы сидят. Ты великий геймер, просто прогеймер. Ты кривожоп! Как ты так криво умудрился лестницу построить? Ты понимаешь, ты снял мою маскировку. Сейчас я пойду в тот домик, там наверняка ресурсы будут. Ну и щелы там тоже наверняка будут. Там броня, фантом. Да-да-да, вижу, сейчас попью ее. У тебя бинты есть? Нет, нет, зато я нашел оружие. О, я сундучок нашел, он мой. О, ядреный отвар. Выпей сейчас, у тебя будет 100 хп. Не, надо на крайний случай оставить. Он 10 секунд используется. Ну ладно. Чел, 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 только аккуратно прошел. А, капец, Рер. Вот решил попить, блин, хрени какой-то. Он сверху пойдет, сверху, Рер, сверху. Все, побежали. Он тут, он тут. Да я заметил. Все, смотри, я стою, я жду его. Он здесь, он здесь, он здесь. Он здесь. Иду, 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 сейчас я к тебе прибегу. Где он, где он? Фантом, убил. Минус... О, красавчик, воскрешай меня. О, смотри, аптечка, она для меня, ты пей отвар. Хорошо. Стой, 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 на, в домик тебе. Лечись. Да, слушай, видишь, профессионализм приходит. Смотри-ка, я уже 2 кило сделал, ты представляешь? Сундучок, крутяк. О, там граната, буги-буги. Давай, танцувка номер 2. Раз, два, три, погнали.
Теперь можем бежать дальше. На уже 26 человек осталось, смотри-ка, мы выигрываем. А, ты куда? Ты в одну сторону побежал, я в другую, идеально. Так, Фантом, ты вот брошенная башня. Опа. Видишь эти все три штуки? Я великий детектив, поэтому знаю, они все побежали туда. Но тут люди точно остались. Тут обычно такой трэш творится. Хотя 19 человек. Ну да, есть шанс, что тут хотя бы один да остался. Бум-бум-бум, чел-чел-чел-чел-чел-чел! В кусты, в кусты, в кусты! Пускай живет, ты все равно не попадешь. В кусты залезь. Но он сейчас вот в нашу сторону побежит, потому что зона. Их двое, их двое. Давай пойдем нафиг отсюда. Пускай они там повоюют, посражаются, а мы как стекуляшки уйдем. О, я сундучок вижу, видишь? Я уже нахожу позитивные стороны того, что мы убегаем. О, граната! Вообще, что ты броню не взял с собой? Вдруг она потом понадобится. Рер, иди сюда, возьми, чтоб меньше места в инвентаре было. Посмотри, где мы, открой карту. Пошли сюда, да-да-да, все, туда погнали, на гору. Там 9 челов осталось, Фантом. Да, я заметил, как я тут тахерски начал тащить. Правда, мы убегаем ото всех, но это не важно. Мы на гору хотели забраться, но Фантом, блин. Да, кстати, надо бы на гору забраться. Блин, ну так много ресурсов крутых, все придется оставлять. Полезли, полезли. Быстро, 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 быстро. У меня сейчас очень много ресурсов, мы сможем, блин, себе целые хоромы отбубохать. Я тут лестницу немного хардкорную построил. Там аирдроп упал. Все, сейчас. А, Рер, тихо-тихо-тихо. Сейчас я что-нибудь сделаю. Все, экшен, 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 экшен. Все, Рер, я застроился. Стреляй с ВП, блин. А, вон там, я сейчас оттуда гранату брошу. Просто убегай. Беги. Ты куда? Рера, мне брони дать. Пытай мне брони. Я попал. Умница. Ты понимаешь, мы сейчас в зоне находимся. Сейчас сюда все крутые челы сбегаются. Ой, капец. Сейчас я бомбами их забросаю. Гранатами. Да не надо, они там на крыше, ты не попадешь. Да попаду. Блин, ну мне нечем стрелять, ты понимаешь? Я отстреливаюсь как могу. Дай попить брони, у тебя осталось. Грани в зоне. Хорошо, что мы на нее не полезли. А, по нам стреляют, там стреляют. Пали по ним, пали. А, тут полная перестрелка. А, мы всех перебили нафиг. Офигеть, Серер. Слушай, я застроился. Все, я застроился. Собираем ресурсы. У меня все очень плохо с броней. Иди сюда, Рер, я тут большую стену построю, все окей будет. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, Рер, заходи в домик. Вот это жопа! Жоп! Ну что ты мне не помог? Вот почему ты так не сделал, а? Уж что ты мне не помог? Я даже не думал, то, что они там есть. Ну а на этом у меня все. Я надеюсь, что вам понравилось. И если это так, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. И если же вы хотите поиграть со мной, то заходите на сервер в Дискорде. Ссылка в описании. Всем удачи и всем пока!